возмущались, что сегодня зря мы поставили рамки, кому-то не нравится. Мне тоже не нравится, потому что это нарушает общий вид, и мне, либералу внутри, кажется, что все должно быть свободно. Но проблема в том, что молодого человека с гранатой РГД поймали сегодня, и он внятно не мог объяснить, зачем он нес к месту массового скопления гранату РГД. Или мы забыли, что у нас было 31 августа 2015 года. А кроме этого, два самодельных взрывных устройства у других людей взяли. Ножи, какой-то там самодельный пистолет сделан был тоже. Поэтому мы каждый день будем оценивать ситуацию. В том числе сегодня оценивали, и завтра тоже. Будет массовый митинг, один из митингов возле Верховной Рады, мы об этом знаем. Мы связались с организаторами, мы будем обеспечивать порядок и возлагаем на организаторов ответственность. Будет 22 числа марш правых. Мы тоже к этому готовы. Это нормальная ситуация, когда мы все понимаем, чего мы хотим. Нет оснований переживать, что мы потеряем над собой контроль, или, как кто-то тут рассказывает, Аваков даст команду, и Национальная гвардия, и полиция начнет крошить всех в крошку. Никогда такого не будет. У нас нет больше в стране внутренних войск Януковича и милиции Захарченко. У меня все нормально с сознанием, с оценкой ситуации, и у нас в полиции, в гвардии совсем другие люди на местах. Но и я предлагаю каждому это тоже понимать, и в том числе, если ты народный депутат.